У Владивостока теперь есть глава, им стал Олег Гуменюк. Как выбирали мэра, расскажет Владимир Клюшников. По регламенту Думы каждому из трех кандидатов на выступление отводится не более 5 минут. Первым на трибуну выходит Кирилл Григорьев. Его доклад оказался самым коротким. Он сразу отказался от дальнейшей борьбы за должность градоначальника в пользу другого претендента. Для того, чтобы наш город начал развиваться намного быстрее, возможно, и сложнее, я, как депутат Думы города Владивостока, сегодня дам свой голос за Гуменюка Олега Владимировича. Олег Гуменюк выступал вторым. Его доклад, по сути, программа развития Владивостока. Кандидат озвучил направления работы, на которых намерен сосредоточиться, если станет мэром. Это открытие новых детсадов, переселение из ветхого жилья и благоустройство города. А большую часть выступления заняли проекты по строительству парковок, ремонту дорог и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Примеры строительства автодорожного моста в районе улицы Долгарника, ремонт Рубинского моста. Сейчас проходит проектно-сметная документация, уже экспертиза. Общественный транспорт должен стать комфортным и быстрым. Это еще один элемент оптимизации дорожного движения. Завершил выступление кандидатов Александр Юртаев. Его доклад отличался размахом и масштабностью собственного видения работы мэра. Не надо мельчить на ямочке дорожки, где-то не понятный маршрут. Это текущая работа. Она отдельно. Главное направление и стратегия Владивосток – столица. И жизнь людей в этом городе должна быть столичной. Затем настало время голосования. Оно было открытым, и присутствующие в зале успели подсчитать голоса еще до того, как результаты объявила счетная комиссия. Тем более, что арифметика была очень простая. За Григорьева – 0, за Юртаева – 5, за Гуменюка – 23. Действительно большая честь и большая ответственность. Абсолютно уверен, что вы ее примете как должное. Настала пора поздравлений, в том числе и от недавних конкурентов. Александр Юртаев, по совместительству председатель общества приморских садоводов, подарил Олегу Гуменюку набор огородных семян с намеком, что работа избранного мэра даст хорошие плоды на благо Владивостока. Я очень рад тому, что мне доверили такую ответственность, как возглавлять город. Я сделаю максимально все, что возможно, чтобы жизнь в этом городе стала лучше и краше. По закону Олег Гуменюк официально принимает полномочия избранного главы Владивостока сразу после объявления результатов депутатского голосования, то есть с 11 часов утра сегодняшнего дня. Для соблюдения всех формальностей ему осталось принять торжественную присягу. Она назначена на 5 апреля. Владимир Клюшников, Анатолий Барышников, «Панорама».